Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре светодиодная лампочка. В упаковке написано «Хрупкие вещи». Замотали как могли. Так, все измято. Здесь вообще непонятно, что. Будем надеяться, что это устройство работает. Вот такая вот лампочка. Вообще ничего не написано на ней, на этой лампочке. Вот. Нисколько ватт. Никакой цоколь. Приходится только догадываться. Я, чтобы сравнить лампочку, по-моему, она на 5 ватт или на 3. Чтобы сравнить, для сравнения приготовил лампу. Так вот, поставим ее. Итак, вот так вот светит лампочка на 15 ватт. Фотон 15 ватт. Сейчас мы проверим, как светит наша лампа. Светодиодная лампа на 3 ватта. На 35 ватт, точно не помню. По-моему, света столько же, сколько от 15-ваттной. Может быть, чуть-чуть поменьше. При том, что она лампа направленная. То есть она светит только вверх. Вниз идет только отражение от самой поверхности лампы. А эта лампочка светит практически во все стороны. Вот такой обзорчик. Пока откручивал, обнаружил вот такой вот. Сейчас я вам покажу. Вот. Лампа на 3 ватта. 30 диод по 1 ватту. Вот так вот. Очень простое устройство. То есть, тут, скорее всего, резьба. Да, вот. Лампочка закрутилась. Цоколь. Е14. На 3 ватта. Довольно-таки ярко. Спасибо за просмотр. До новых встреч!